наших гостей, Динамо Ставрополь. Роман Валерьевич, традиционно комментарий прошедшего матча. Ну, комментарий могу только один сказать, что очень недовольны сегодняшним результатом. Ехали, конечно, не за таким результатом сюда. Как бы знаем, что команда «Кубань» ставит задачу, как бы хорошая команда, качественная, но у нас тоже ряд футболистов, которые поиграли в хороших клубах на другом уровне, как бы и ехали сюда, честно говоря, за победой. Ну, по сегодняшнему матчу, как бы на первых минутах пропустили гол, как бы сами себе его сделали. Потеря в центре поля, провалился у меня опорный полузащитник. Кубань, тем и команда, которая ставит задачи, она таких ошибок не прощает, что и сегодня она показала, забив гол. Потом, как бы, по игре вроде выровнялась игра, как бы особо моментов таких не было с обеих сторон. Были подходы неплохие у нас и у Кубани, как бы, но дело до гола не шло. Да. Во втором тайме уже делал ряд замен, чтобы усилить нападение, как бы выровнять счет. Был у нас один хороший момент, как бы, когда ваш центральный защитник подскользнулся. Сами нам подарили, считай, выход 1-1. И молодой парень у нас, видимо, перепугался, что такой подарок ему судьба дала. Ножки задрожали и не мог распорядиться моментом, как бы. И потом индивидуальные действия. Не знаю, на какой позиции парень играет, но забил хороший гол обводящим ударом. Как бы 2-0. И все, выпустил под конец уже 3 нападающих, чтобы какие-то моменты были. Но Кубань не дала этого сделать. То есть, как бы, по матчу поздравляю хозяев с победой. Ставите задачу, ну дай бог, чтобы вы ее решили. Коллеги.